этом ролике я остался на одном блоке в Майнкрафте. И этот блок мама длинные ноги.exe. Все очень плохо. Мне предстоит выжить на нем. Но из него может выпадать все, что угодно. Начиная от монстров, заканчивая настоящей мамой Playtime. Фу, выглядит она реально страшно и крипово. Стоп, а я что, действительно буду один? Ха-ха, нет! О, привет! О, черт, опять ты. О да, это я. Леня, ну ты... Стоп, у тебя что, блок говорящий Беллы? Смотри, что выпало. Че это за фигня? А, Лень, ты что, дурак? Это классная пушка была. Лучше бы мне отдал. О, геройская кирка. Вот эта кирка мне нравится. Только ломать-то пока что особо нечего. Надо просто ломать эти лаки-блоки. Нет, да ты... Зачем он меня скинул? Что я ему сделал? На-н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 а-
У меня один вопрос. Какой? Ты чё бедро киркой ломаешь? Стой, 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 успокойся, Лёня, Лёня, Лёня. Как ты это делаешь? Ты зачем выкинул бедро кирку? Ё-моё, Лёнь, ты реально дурак. Еще и сам сбросился. Ну чё, это нормально, это Лёня. Как он сделал платформу из бедрока? И он еще ее сломал. Я не понимаю, ребят, если вы наберете на этом ролике реально 10 тысяч лайков, то мы с Лёней будем чаще снимать такие обалденные видео про один блок. Ух ты, Лёнь, это чё мне за домик заспавнился из слизи? Ну если мы слизь заберем, то у нас появится как можно больше блоков. Нам же нужно здесь выживать. Ребята, ставим лайк за такое крутецкое выживание. С помощью этой слизи мы, в принципе, сделаем с вами вот такую платформу. Ленчик, я сейчас сломаю этот лаки-блок, посмотрим, что с него выпадет. Что? Курица? Лёня! Владос! Это что за огромная мама плейтайм? Вы на это только посмотрите! Она выглядит просто шикарно! Это что, задница на вертолете тут летает, что ли? Я не понял. Мне просто дико нравится этот лаки-блок. Ребята, напишите в комментариях, за какой лаки-блок вы болеете. Это что было сейчас? Что это за огромный фейерверк? Отлично, мы взорвались. Владос и Лёня взорвались. Да это я уже понял на самом деле. Лёнь! Ты чё? Стой! Не стреляй в нее, ты зараза так! Ты чё, сломал постройку? Минус башка! Эта дурында шоколадная просто разломала мне тут всю постройку! За что? Зачем? Это я дурында, если что! Да, этот Лёня такой дурак, вот серьезно, ребята! Лёнь, мне кажется, что твой лаки-блок реально отстойный, а вот мой лаки-блок, посмотри, с него какие предметы падают! Во! Череп визора скелета! Как тебе такое, страшно? М-м. В смысле нет? Ты чё там вякнул? А? Ты что сказал? Я сказал, что мой лаки-блок лучше, чем твой. А-а-а, это неправда. Лёнь, вот поставь свой лаки-блок. Вот посмотри. Мама, длинные ноги, экзе, это просто невероятно. Лень, да не этот блок, она нормальный, Беллы. Вот, вот, посмотрите, ребят. Ну кто круче, мама длинные ноги или говорящая Белла? Напишите в комментариях прямо сейчас. Я думаю... Ответ очевиден. Посмотрим, сколько комментариев, Лёнь, будет за твою Беллу. Чока круче. Да чок, это понятно, что круче. Опа, ребята, маяк выпал. Но смысл от этого маяка я не понимаю. О, а так у меня труселя, оказывается, были. Я их только сейчас заметил. Лёнь, 44 блока осталось. Это достаточно много. Давай. Что? Курятины и алмаз? Я что-то не... Понимаю, она расплавилась на моих глазах только что, ребят. Вы на нее только посмотрите, обалдеть, она крутая. Только где-то я ее видел. Вот это да. Вот это поворот. По-моему, Лёнь, говорящая Белла проиграет в этом ролике на 100%. Ой. Маленький Владус 009. Владус, стой, стой, выслушай меня. Да что тебе надо? У тебя откуда столько бедрока, зараза такая? А, все, у меня его нет. Зачем ты его выкинул? О, здрасте. Геройский житель. Стой, Лёнь, он продавал очень выгодно. Что ты тут поставил? Ты чё, Лёнь, ты чё дурак? Зачем ты это все выкинул? Что ты хочешь? Присаживайся. Я присел уже. Шел как-то великан по лесу. Наступил на колобка. Блин. Ё-моё, Лёня со своими анекдотами достал, их никто не понимает, кроме Лёни. Ладно, это не важно, давайте так, если мне сейчас выпадет что-то крутое, о-о-о, так это несколько блоков.
ловушка это не круто. Одну минуту спустя. Все мои постройки из-за одной шоколадной задницы оказались взорваны. За что? Вот зачем он это сделал? Всю постройку поломал. Леонид Андреевич разбился на смерть. Вот так-то, это по заслугам. Сейчас мне, Лень, что-нибудь выпадет хорошее. Вот увидишь. Сейчас я открываю этот блок. О, неплохо. Кажется, это удачное зелье. Лень, надо испытать. Ага. Тебе ничего не выпадет, пока подписчики не угадают вот это слово. Они не смогут. Лень, вообще-то мои подписчики всегда эти слова угадывают. Ребята, напишите в комментариях, что? Почему я от слизи не отпрыгнул, а просто получил урон? Какое слово можно составить из этих букв? Комменты прямо сейчас напишите. О, Лень, кажется, это было не самое удачное зелье. Удача плюс 100. Так, вот это выкидываем, а вот это мы попробуем разбить. И что-то выпадет, очень много эффектов. Зачем, непонятно. Я сегодня занят, к стоматологу иду, спина болит. Ты мне в случае чего не звони, мой номер знаешь. Давай, привет. Чего? Ты че? Совсем? У меня же меч алмазный есть, я же тебе сейчас это... Не надо, не надо, не надо. Надо, Леня, надо, а то достал меня уже совсем. Не, ну если вы угадали слово, то сейчас из этого лаки-блока реально что-то выпадет. Давайте на счет три. Раз, два, три. Сундук? Слово угадано. Это что еще за фигня мне выпало, ребята, вы посмотрите. Я оказался на настоящем заводе Poppy Playtime. Я здесь. Чего? Беги! В смысле? Бегу, 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 бегу! Мне ее нужно, видимо, слушать! Она что, реально бежит за мной сейчас? О, черт, о, черт, о, черт, ребята! О, черт, о, черт, о, черт! Ага, ты-то паркурить не можешь! Нет, кажется, она может паркурить. Нет, 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 ребята, сваливаем! Я сейчас закрою здесь все слизнями. Ха-ха, она упала вниз! Хорошо, ребята! Она появилась! Получай ты, зараза! Мамочка была убита Владусом. Че это за фигня, ребята? Я реально ее вырубил. Так, сваливаем отсюда, пока ее нет. Мне надо пройти срочно это испытание, пока она за мной не гонится. О нет, о нет, о нет, о нет, она снова за мной гонится. Да что ты будешь делать? Что ты будешь делать? Давай, 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 Владус Мармеладус, проходи. Есть! Испытание пройдено. Воу! Получилось! Получилось, чуваки. Ой, кажется, я переместился на старт этого испытания. Чего? Это что, мой трофей? Что это за храп? Лёня! Кто меня зовет? Дурак, что ли, совсем? Ладно, ребята, вот это мы точно должны забрать себе как трофей. Это ж ничего себе! Владус, что это? Это мой трофей за пройденное испытание, пока ты спал, дурында шоколадная. У меня сейчас реально тут такое выпало. Ты мне, наверное, не поверишь. Не поверю, потому что Белла лучше. Да... Ты чё? Да ты чё? Мама Playtime гораздо лучше, Лёнь. Это что еще за овечка такая? Давайте идите отсюда, поже. Если я сейчас сломаю эти... О, нет, беги, Лёня! Да ё-моё. Владус взорвался. Владус взорвался! Лёня, меч. Нет. Ой, дебил. Стоп, а это еще что такое? Погодите-ка, кажется, это еще одна постройка мамы Playtime. Лёня, не взрывай! Зараза такая. Выглядит она еще лучше, чем остальные. Вы посмотрите, какие у нее детали. А, ну, просто остальные взорваны. Лёня! Да-да-да, это я, Лёня. Постройку домой пытаешься взорвать. У меня как раз есть алмазный меч. Нет. Стоп. Стоп. Открой этот лаки-блок. Ну, давай открою. Во, другое дело. Леонид Андреевич выпал из мира. Если вы поставите на этот ролик 10 тысяч лайков, то мы сделаем продолжение и следующую часть открытия таких интересных лаки-блоков. Подпишитесь на канал прямо сейчас, чтобы не пропустить новое видео, да, Ленчик? А мы увидимся с вами уже в следующем ролике. Поэтому пока что посмотрите другие видео на моем канале. Вот они здесь. Кликайте. Пока.